Держится еще. Дожди, ветры, а он все держится. И тут пока держится. Пляж Дол Радость. Сейчас, может, по-другому называется. Но вот в таком состоянии, это уже не первый год так бывает. Половина пляжа практически нету. Чтобы с пляжа зайти в море, опять-таки надо преодолеть реку Бельбек. Вот я как раз на границе, пляж Дол Радость, вот где ограждение стоит. А теперь до моря через речку только можно пройти. Вот такая река Бельбек. Вот тут река Бельбек. Сейчас глянем на него сверху. Итак, пляж Любимовка 2. Я на вышке. Теперь смотрим, что творится. Ну, эта речка уже выходит вот там. Вот такая картина Репина. Любуйтесь. Раннее утро. Ночью был шторм. Уже стихает. На этом все. Репортаж закончен.